Сегодня в Дагестане без света остались свыше 110 тысяч человек. Массовые аварийные отключения произошли из-за непогоды, об этом сообщает Минэнерго России. По данным ведомства, вышли из строя 45 высоковольтных линий и 1170 трансформаторных подстанций. 244 человека и 70 единиц техники пытаются восстановить подачу электричества. Между тем, дагестанские синоптики сообщают, что ливень и ветер продлятся в республике до 20 ноября.